Официантку наркоторговку задержали в одном из придорожных кафе оперативники в Махачкале. По данным сотрудников ФСК, кроме кофе и шашлыка, в этом заведении можно было приобрести и другие, не совсем традиционные блюда. В частности, сильнодействующий лекарственный препарат «Трамал». Его отпускают в аптеках строго по рецептам. Свободный оборот его запрещен. В ходе спецоперации проверочная закупка. Женщина за прилавком без лишних слов продала полицейскому 4 капсулы. При обыске у нее нашли еще несколько сотен таблеток. Как рассказала задержанная, освоить профессию наркодилера ее подтолкнули многочисленные долги.